В Омске стартовала первая спартакиада среди студенческих волонтерских центров. Первым испытанием для добровольцев, приверженцев здорового образа жизни и поклонников спорта стал турнир по мини-футболу. Побороться за лидерство в этой дисциплине на стадионе «Динамо» собрались 10 команд омских СУЗов, вузов, а также районных волонтерских организаций. Добровольцам новая форма общения и досуга пришлась по душе. Несмотря на прохладную погоду и пронизывающий ветер, все играли с полной самоотдачей и отметили, что помимо физической разминки, это еще и отличная возможность для новых знакомств. Футбол я вообще люблю, его просто обожаю. Как тут не поиграть? Это как бы нас объединяет, мы же тоже же команда. Как бы друг друга должны получше знать, кто на что способен. Командная игра, сами понимаете, она обозначает лучших. Совместные спортивные мероприятия дают сплочение, дружба между разными организациями, университетами. То есть можно встретить, например, своих знакомых, пообщаться. Вот. Почему мы решили принять участие? Ну, во-первых, это очень как-то... Ну, во-первых, свежий воздух, можно побегать, тоже поиграть. В первом состязании сильнейшими оказались представители волонтерского центра Омского района. Серебро и бронзу турнира завоевали добровольцы педагогического университета и Российского союза спасателей. В ближайшие 2 недели участников спартакиады ждут соревнования по волейболу, легкой атлетике, перетягиванию каната и турнир по настольным играм.